Дельга на КД. Дискорд дайте бугам сначала. Пусть тогда один демон в демона спекнется, лок. Я в танке. Я пока тактику смотрю там на ютубе. Да, окей, погнали. Да, слева, справа. Которые ходят справа. Голова, дай баф, лес. Так, Шерпиступ говорит на трэше. Я иду пару минут. У вас там два танка. Такая есть с притяжкой. Тыкните на сумму. Еще паксать. Красав, ты че? Нахуй это сделали? Может, кафе имеют? Блять, ебанутый трэш, нахуй они так откидывают часто. Алиса. Зачем ты оверхилишь? Я не оверхилю, у меня просто косты слишком медленно. Свет небес полгода кастуется.
По черепу играете. О, Маликет, давай, иди за демона. Не иди за демона никакого. Иди за демона. Не иди, иди за демона, не иди, брат. Не иди. Брат, иди за демона, зачем тебе на плагине на этом обусе носить? Заходи за демона. Не иди никуда. Слушай, отводите брат, командира. Вот и все, заходи за демона. Да у него нормально, 260 демона. Вар, я у тебя... Командир рода обугленной чешуи. Отведи его от всех остальных. Так вы его не бейте пока. Ну и все, заходи на демона. И так паладинов как грязи. Я тебе ЕП потом начист. Или просто привяжу лок к палу. Все, я привяжу. Кого привязать, Маликет? Пала к чернокнижнику или Лока к Палу? Лока к паладину. Блин, а вообще нет разницы абсолютно никакой. Большая разница. Если ты сейчас ему в заметках напишешь ЕП этот ник его Лока, то ЕП, которая будет на Локе, пойдет на паладине. А ЕП, которая у него на паладине, просто исчезнет. Никуда. Ну, а может я просто запишу перед этим в блокнотик, какое у него было ЕП, и потом присуммирую. А и зачем это делать? Зачем это делать, когда можно просто под в офицерских заметках Лока написать никнейм паладин? Ну, а можно так, я для этого и спросил. Типа... Царь, ну... Чего нападаешь на меня? Ну, потому что ты не прав. Немножко. Как погода в Москве? Понос, блядь. Там вчера, позавчера было жарко. Вчера было очень здесь. Жарко. А сейчас будет 4 градуса. Это вообще охуеть. Хороший климат. Днем был дождь, сейчас вроде туч нет, но хоть затемно, типа, я не вижу. Ты что, московская? Да. Понимаю. Давай опять, Вар, отводи командира. Проходите випку. Играем по черепу. А что у нас 22 добор будет? Двое там добирают.
Ребята, есть такой макрос, когда типа несколько целей ты атакуешь, например, он не доверил, то дает рассекающий удар. А когда одну цель, типа, то удар героя. Нет. Именно в одном макросе. А? Нету. Нету. Мага бы какого-нибудь найти, было бы неплохо. Вот этот присланный меня бесит. Какой-то онлайн сидит, в рейд да не ходит. Это вообще нормально. Мне сказали, он ПВПшер. Он типа там полез. Кусочек говнеца. ПВП шарок сила. Да. Попа для лохов. Ну да, в натуре. Это понимает. А вот моб, который 10 лет одни и те же скиллы кастует, вот, и мы, блядь, умудряемся умирать, вот это... Ну так, видишь, мы дохли, если они бы... они не одни и те же, они постоянно меняют. Просто новый тячка стоит, просто его и таким же именем подписывают. Не, на самом деле интересная игра, постоянно так с компьютером играть. Одно и то же, одно и то же, одно и... Профессор, это кто? Какой спек? Сова. Мы весь трэш убили. Почти. Да, одного моба возьму. Если много в ПВП поиграть, то одно и то же. Если ситуация... Да, не так. ПВП интереснее, чем ПВЕ. Намного. Вот как бы вам сказать, вот что такое ПВП? Ну, вот ПВП, допустим, это... Фейс там какой-нибудь, Егор Крид, вот это все, да? А ПВЕ, вот это там Бах, Нирвана, как бы, понимаешь, да, там... Баха в ПВЕ засунул. Не, это тоже, ну, все я... взгляд разные на это. Я, скорее всего, бы наоборот поменял местами. Заезженное ПВЕ уже, не знаю до чего, а и ПВП, когда да, ты... Да, ПВЕ — это попса. Но опять же, если тебе нравится какой-то момент в ПВЕ, он может быть и Бахом. Также ПВП может заебать, быть попсой. При этом есть меломаны. И гоните дис. Дис, гоните кто-то. Может пойти перебиться в ПВП приста. И ходить с уматумой, набивать себе капа. Царь, ты... Ты уже знаешь, как переиграть компьютеры, ты уже знаешь, как играть, как себя вести. А ты никогда не ожидаешь от игрока в ПВП, че же он, блядь, выкинет. Ну, вообще-то адекватные ПВП игроки всегда ожидают то, что выкинет. ПВП как бы все по шаблону делается тоже, здравствуйте. Типа на той же роге ты, это вообще, ну, ты всегда там вроде одной... сложно, но все по шаблону. Чел прожал турникет, дал одно, чел не прожал, дал... Да-да-да, потом гребаный сопляк Кобейн пришел и все испортил. Значит, пятая партия в хилах, и Алиса тоже в хиле. Тыкайте. Випка в танка. Будьте в танке. Випка в первую копию, будьте вторую. Хилы поделите холипалы танков так, чтобы они захиливались очень сильно. Надеюсь, бузер не подкачает. Ника, ход и хорошенько танков. Финка, бычьи головы, хорошенько смотрите за танками. Если танки отдавали прожимки, то готовьте прожимки на момент, когда копия вырастет, увеличит свой размер. Я танчу босса.
Випка первую копию, ульти вторую копию. Копия появляется с правого плеча босса. И Крозат, ты тут? Бафы ты чё, нага? Уже должны были раздать. Кто танчит первую копию еще раз? Випка, я босса. Всем здорово. Здорово. Привет. А вторую? Да я вторую. Утя, про товар. Частицу на утю. Алиса, частицу на утю. Цирк, привет. Я уджа, ник читается. И корейцы меня. Мы выйдем. Стой на месте, не двигай. Давайте забирайте отлично. Босса. Не бейте. А в ЦЛК 25 хм будешь собирать? Что это, потагрите, чтобы он не сагрился заново? Что вы делаете? Да не вот. Хорошо его заигрите. Вы что, глухие что ли? Таунти босса. Фулбаф по друидам. Сейчас я заберу босса. Ромбик, отойди отсюда. Все отойдите от медведя. Отойди, Ромбик, звезда отсюда. Забрал босса. Шарда не довели его репаки, он пет хотел выбрать, и нечаянно лизнул с рейд. Ой, блядь, сейчас. Рамину спидер. Ублюд. Лови копию, Випка. Випка, чтобы свейдить урон, когда босс вырастет, отбегай от него, и тогда вихря не будет наносить урон вообще. Подрамнился, подведи моба, он его захил. Он справа от тебя стоит. Хилы, двигаемся за танками. Випка, веди босса в другую сторону. Люди могут разбегаться, нужно бежать одновременно в одно и то же направление. Когда босс уменьшился, все захиливается. Путь от твоя копия на 33% вылезет с босса, который я держу. Крестик вот на боссе. Справа плеча босса. Понял. Вы ищите место. Випку на фул хп танков, на фул хп, випку на фул хп. Кого процентов? 35. Скоро будет, подбеги поближе сюда. Бой сильнее страдания. Три копии. Хилы, бежим сюда. Захиливаем всех танков. Быстрее. Под мордой не хил, Випку захил. Утя, ты тут? Так где? А ты зачем таунтишь, что Вип? Что делаете нахуй? Ему медведя пахнет. А, Випка, пиздец. Держи две копии. Ходим по кругу, из-под лица босса ушли. Не сдох. Одну забрал. Кайтим. Вихрь кайт.
Ушел из-под морды, блядь, не прыгайте тут. По кругу идем. Хилы в центре круга. Танки ведут по кругу. Веди босса за мной, а не от меня. Веди за мной. Хилы не должны разбегаться. Блядь, куда ты идешь? Сделать так, чтобы випка захиливалась тоже. Как у вас там 6 хилов. Финка гимна ману. Узер ставь ТП. Выхиливайте. Випку сложила. Сложила, хуёво. Уходите из-под кружка. Ушли отсюда все. Блядь, бегись ко мне. Куда ты бежишь-то на выход? Ёбаный по голове. Собирай три. Добивайте босса. Бегайте постоянно за мной. Не стакать эту хуйню. Бегайте постоянно сюда. Добивайте босса просто. О! Ван, прожимай бабл. Дайте шипешникам добить. Нет, там лям. Допьют, наверное. Болтар не оставляет живых. Ладно, ложитесь. Не бегите, не бегите к выходу, ложитесь просто. Болтар не оставляет живых. Как вы их водили сейчас, это пиздец был какой-то. Пиздец, это то, что ты лезешь под морду. Вот что пиздец. Заходите в инстанцию. Но так я не умер. Молодец. Охуенный гайд. Ай, да я одену шмотку в танк и буду держать копию от нас. Да. У меня как бы спека нет, после шмотки одену сразу. Не надо. У меня, блядь, стаунтили босса, я его, блядь, беру, его, короче, обратно таунтят на. Просто скажи, чтобы каждый держал одного, и все, и каждый, типа разную сторону убирал. Там вообще-то Димка уже заходил, если чё. Нет, просто вы это в пати добрали, Влад. Thank you.
Не отставай, топ. Я не захилю двух медведев. Ты что? Рыбка умер. Я забрал. Учат тоже слег, вы еще хилить не умеете. Пиздец. Ну посмотри, где его труп сначала. Там, где, блядь, сдох нахуй, блядь, випка. Молчите, пите давай. Да. Блин, я шотнуло. Юка, чтобы один хил тупо кидал одного танка и все, не надо, чтобы он рейд хил. Тупо сидит на, тупо берет одного танка и сидит на нем, тупо его по фулу закидывает, оверкилы. Юка АФК стоит, короче, блядь. Танки говно, хилы говно. На боссе 99 стаков, ваншот не прохиливается. Это для випки. Утя вообще убежал к генералу, еще дальше випки. Что его можно просто, когда он начинает этот вихрь кастовать, отойти от него, не? И тогда, по-моему, вообще дамаг не пройдет. Прочитай, что пишет ДК. Медведи сложила на 95 стаков. Я говорю, ваншот не прохиливается, сорян. В ДТ. Утю можно еще в ДД. Ну нет, ДД.
Почему нет? Есть. Есть. Раньше у тебя не было просто. Да я тут. Просто я пишу сумон, меня никто не сумонит. А я вот беру сейчас сам. А я уже вот рядом. Как будешь сейчас водить? Как обычно или по кругу? Выкинула, потому что напала. Сука. Микстурка упал. Маша, он... Отдал.
Финка, отходи от лица. Да тут я, тут я. Да я ждал, когда меня пробафают. А уже начал подходить. Ну так, в том-то и дело, что я ждал, пока будет баф. Бафа нету. Начали бить, и я пошел. Такие тут нас. Да я еще на плечо на ВЖ бежал. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Ох, вообще, по-моему, честно, легкий чай. Не помню, что сломается. Вон медведь на ханьке сидит, пускай на половину зайдет. Так, а здесь что по тактикам? Пал. А Роба яд намазала? Он не в дискорде. Нет, ты не был там. Нет, это был Лу. Не, я микстурку пшёл. Не медведя. Уже пять. Дай-ка по мне сам. Шагим дам тоже. Горите в огне хозяина. Читаю. Джеффер Блэблэвэл Сейдван. Бывает. Дух на себя повесил. На 15 сек.
Ну да. Мне просто впадло перебивать уже Джагу миллион раз, и я уже отдал Джагу Алисе, потому что не вижу смысла каждый раз. У нас 7 хилов в рейде. Там для справки. Теперь 6. Не, ну просто он 6600 дает, так бы про себя думаешь, ДПС мало. Подожди, аспект, ну. Когда ты говоришь, бьем этого тигра, мне невольно хочется взять тебя в карту. Далеко. Да, да. Нет, блин, реально, два нога, если больше. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Да вы, мои хорошие, пивожопые. Узреть начало эры разрушения. Да пусть так бьют. Может лучше это Маша Ванна и так все. А то не упадет никто.
Вон я рыбку поставил рядом со звездочкой. Давайте пока покушаем. Красен нехил. Ну да, ты сказал похил. А, все, понял. Да, сейчас. Да, да. Хорошо. Я опять ему хилю? Не, ну я как бы могу, но... Да ты куда? Он все умеет. На самом деле он бы и так не дал. Это так чисто, байт. Байта твои, да. Была. Царь, ты свет анонсишь или мне поанонсить? А? И мне без разницы, хочешь ты его репорт. Ок. Эти друг. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения! А Маша тут? Кушает. О, отлично. Ренджу, ребят, ближе, уйдите от моей зоны, ребят. Стойте, где РДшки стоят. Утя, выйди. Утя, выйди. Недовелир. Да я тебя слышу. Ах, блять, проебали весь бурст из-за того, что хуёво поставили. На нём звезда. Может, Геру? Красен, Геру дай. Фрешфиш выноси.
Надо догонять. Зачем? Ты можешь их догонять. Некрозат вынеси. Ну как нормально? Нормально. Проще их догонять. Диспел. Так, ты его крутишь, я ебу. Ты их можешь догонять, а не убегать. Картео, выбеги. Я-то вот именно хилю, понимаешь? Я не могу докрывать. Картео, выбеги. Гибку прохил. Метеоры перебежали. Амви, вы... Выйдите из лужи все. На. Лары. У нас минус гибка. Все нормально у нас. Фимка. А, он упал, потому что один этот умер. Гибка в луже сдох еще, он не может отойти. Все, свет сдох, ложитесь. Финка, что ты умер? Потому что я вылетел и там сразу лужа стояла. Да, и пошел по луже прям. Ну а куда там, некуда было идти? Был там. Получил я метку, и медведь упал нахуй. Она буквой В лежала лужа, там куда ни иди, в любом случае. Под самим пузом не было лужи. Ты побежал неправильно. Ты прям про лужи побежал. Бля, оно дамажит по 12 тысяч. Блять, у меня 20 тысяч хп. Оно дамажит по 11 тысяч. Я кинул на себя щиток и в следующую секунду сдох. О чем ты рассказываешь? Давай откроем. Хорошо. Я просто не хочу сейчас откроем. Есть джипс у кого-нибудь? Кто свет диспелит? Сколько ты сказал хилов у тебя? 4 их там. А почему, а когда я получил метку... Подожди, бля, подожди, дай скажу. Почему, когда я получил метку, медведь сразу упал? Потому что я сказал, падайте. Потому что Финка сдох, это хил. Свету сдох танк, сказали, падайте. Поэтому никто не хилил у Флаки. Пару моментов и все, Финка 4 раза по тебе пролетела до маха от пламени. Вот я сейчас смотрю логи себе. 3.5 секунды. За это время можно было выбежать с лужи. 2 раза. Алиса, смотри на свой дебаф. Ты сейчас побежала ко всем, и поэтому пришлось чуть-чуть отходить рейдом. Ты можешь под хвост вынести, тебя никто не убьет, ничего с тобой не будет. Не ты, на ком метка была в свету? На тебе была метка сплиту, самая первая сразу. Давайте я в ДЦ свет пойду. А рыба будет, не? Не меняйте ничто. Спасибо. Приз баф не пожал, приз баф. Быстрее, хватит рыбу кушать. 3 секунды. Вот, попробуй догонять. Не убегать, а догонять. Это несложно. Это был на пул. На пульнул. Это был танк.
Да, до тебя. Бежали. Да шучу я, конечно. Мог бы раньше сказать. Заходите. Лрей. Геру Красен. Инона, вынеси метку. Не под... Тебе повезло. Финка выбегает. Сейчас лайк. Чехинка пошел с дома. Потому что на нем было 6 стаков. Как он с рейда не выбежал? Не довели, выйди. Не довели, выйди. Давайте я буду в рейде диспелить. В холике. Ой. Метеорка перебежали. Да, он тут. Кикни с рейда просто. Или здесь это не работает, как на цирке? Здорово, здорово! Перебегай, танк! Випка под боссом, пробеги! Подожди, не диспель. А там некуда было нести, у нас за спиной метка. А, справа лезвие. Ты меня слышишь? Я с меткой убегал. Я в свету. Метеор перебежали. Бычья голова. Пойди спалися сам. Диспел, дислов.
Метеор перебежали. Карасен, вынеси Карасен метку. Ушел. Карасен, с рейда выбеги. Карасен. Ну пиздец. Мы сейчас все выбеги, ну, дальше выбеги. К стенке. Кика Карасена с рейда. Ну выбеги. И КП ему там миллион. Это все. Он стоит на месте. Он стоит в рейде, в РДД и не выносит. Это пиздец. Здесь было можно на каску, спасибо. Другой ухо. А, разлилась нахуй на, на весь свет. Еще нет, живут в свету. Кто прибежал, что он не был. Давай, живите. Бейте, бейте, бейте. Углу уже продолжает стоять, бить, то это вообще не. Риктор, убеги, пожалуйста, а? Сука, твою мать. Бля, сука, бля. Метеор. Он там метеор. А, на красине нашел. Че, не выбирай, бей. Фу, блин, слава богу. Как мы так убили? Я так просила что-нибудь, это пиздец. Дебил, Кик, выбеги из рейд, все, красавчик. А во тьме как бы точно такой же один был. Я просто в шоке, честно. Здрасте всем, у вас тут весело вижу. Можно я красиво ёбну ГП? Пожалуйста, ребят, все ГПМ скачайте, пожалуйста, и стали тупые. Спасибо. Риктор я не знаю, но Карасен я видел, что вообще пиздец. Риктор тоже. Точно такая же хуйня, только стаков меньше. Финка вот не стал париться, убил себя, и все, нормально. Финка, ну молодец, выиграл, да. Ладно, ребят, удачи. Рестор шума нужен, парни? Випка сказал то, что если это ЗГП, то не надо. Ему не надо. Че вы там долго будете разруливать еще? Я бы взял. Но не возьму. Да. Сделай с Карасеном что-нибудь, пожалуйста. Нет, я уверен на 100%. Потому что ему кричали, отбеги к стене, он стоял на месте. Тяжка не упала, мили, да? Танковская упала. Войт. Начисли мне ЕП на ДК. Войт, я могу начислить за тебя. Ну, вместо тебя. Давай. Я. А, вон мастер там, мастер. Было. Дайте платину 8 боссов в целом.